Сегодня мы приняли участие в одной из крупнейших конференций по управлению компанией. Наш сотрудник Нелля рассказала о финмониторинге и о блокировке счетов банками юридических лиц. Сегодня я рассказывала о том, что любой бизнес может остановиться, если счет заблокировал счет, о том, что предпринять, что этого не произошло, и что делать, если счет все-таки заблокировали, я и рассказывала в свои полчаса лекции.